зашли на базу, взяли внутренний и внешний периметр под охрану, выставили стационарные посты, парные патрули выставлены. Сейчас на данный момент саперы смотрят и проходят по каждому зданию, не оставлены ли какие-то взрывоопасные вещества и вообще нету ли для нас каких-то здесь сюрпризов. Я первый, кто вызывал. Снимайте задачи, которые я оставил. НТВ, да? Ага. Сегодня мы начинаем разворачивать отделение Центра примирения в населенном пункте Митрас, который будет решать задачи помощи возвращения к мирной жизни. Будем осуществлять гуманитарную помощь, оказывать медицинскую помощь жителям и возвращать их к мирной жизни. Так. Принял, отставить. Может, меня покажет?